Всем привет! Сегодня у нас такой обзор в проекте как Cyber Miles. Как вы уже понимаете, один из самых популярных сайтов электронной коммерции в США, который успешно работает с 2014 года и активно развивается из года в год, стал нашей заботой. Cyber Miles удалось использовать модель отношений C2C в своих ресурсах между продавцами и их потребителями, а также имеет все инструменты, необходимые для участия малых и местных предприятий, которые не могут покупать такие высококачественные маркетинговые методы. Вот почему основная цель Cyber Miles – это создать действительно новую современную рыночную среду, где каждый имеет возможность продавать и покупать товары независимо от масштаба и уровня. Новый протокол цепочки блоков, который изменяет игру Cyber Miles, был разработан с единственной целью оптимизации бизнес-приложений, связанных с рынком. Cyber Miles – это технология блокчейнов, разработанная 5xLab, которая является лабораторией разработки блокчейнов, которая только что успешно завершила свою ICO-компанию. Благодаря тому, что за период данного ICO было продано более 30 миллионов долларов, и их токен, этот проект в настоящее время полностью соответствует замыслу. Что отличает этот проект от других? Так это то, что у Cyber Miles уже есть функциональные приложения и миллионы пользователей, в то время как большинство проектов выполняют свои рабочие продукты намного позже. Этот продукт получил признание ведущих венчурных капиталистов. После нескольких лет напряженной работы команда Cyber Miles и команда 5miles наконец-то завершили миграцию данных токенов. К вашему сведению, Cyber Miles – это одноранговая электронная коммерция, платформа, которая очень популярна в Соединенных Штатах, и тысячи пользователей уже используют ее. Последующие действия по переходу на блоки Cyber Miles можно отслеживать самого кошелька SMT Cyber Miles, который можно загрузить из Apple Store и Google Play Store. Cyber Miles была разработана фондом Cyber Miles. И это блокчейн следующего поколения, разработанный и оптимизированный для электронной коммерции и широкого применения. Ориентируясь на электронную коммерцию и онлайн-рынки, Cyber Miles в сотрудничестве с 4Miles Holdings Limited будет интегрировать новейшие инновации и цепочки блоков для расширения возможностей интеллектуальных бизнес-контрактов в очень эффективной цепочке для решения проблемы задержек, связанных с существующей цепочкой блоков. Сервисный токен SMT является основным токеном для финансирования и расширения возможностей новых приложений и проектов электронной коммерции, таких как использование Ethereum для текущего поколения ICO. Самое важное из всего, что Cyber Miles полностью совместим с Ethereum. Он может запускать все умные контракты и DApps Ethereum. В заявлении их официального сайта говорится, что это в 100 раз быстрее, чем Ethereum с точки зрения количества транзакций, осуществленных в одну секунду. На протяжении всего развития сети фонд Cyber Miles будет поддерживать децентрализованную платформу управления при активном участии членов экосистемы. Роль Cyber Miles во всем этом консенсусе является наиболее заметной. Тем не менее, эта компания предназначена для оптимизации всей современной электронной коммерции путем разработки для этого нового поколения блокчейнов. Основной целью будет массовое принятие всех последующих концепций и их непосредственное применение на практике, чего не может достичь более одной существующей децентрализованной системы. У них есть несколько причин для этого. Во-первых, они изначально не были приспособлены для этого направления. Во-вторых, они не могут адекватно решить все проблемы, возникающие из-за большого количества приложений, которые приводят к другим техническим задержкам и общему снижению оперативной обработки приложений. И в-третьих, существующие смарт-контракты не удовлетворяют всем необходимым параметрам, которые очень необходимы в области электронной коммерции. Можно сказать, что Cyber Miles может сильно изменить игру в блокчейне, потому что он дает новаторам, компаниям, сетевым инвесторам, которые отличаются, но быстро заслуживают доверия. Считается, что после процесса Testnet Travis команда Cyber Miles предоставит лучшее приложение, чем Ethereum. Testnet от 30 марта докажет безопасную функцию Cyber Miles. Как говорится, Cyber Miles более безопасны, чем Ethereum, и способны остановить типичные ошибки умных контрактов, а также поддерживают процесс управления по цепочке, который звучит так, как будто это действительно отличный проект. Конечная цель Cyber Miles – это революционизировать работу электронной коммерции и рынка. С таким количеством новичков, интересных проектов с инновационными идеями в технологии блокчейн и их доверием к децентрализованной платформе,
Я думаю, что у Cyber Miles получится достичь всех поставленных целей. По проекту все необходимые ссылки вы найдете в описании. А на этом у меня все и всем пока.